в моем возрасте, мне уже 57. Ну, конечно. Нет, я всегда говорю, мне пока, мне еще 57, да, но я не о том хотела сказать. Что я достаточно не глупая, мне казалось, я много знаю, все человек просто не может знать, да? Я на тренинги вообще-то никогда и не ходила. Честно. Да. Меня жизнь потрепала, ну, как всех, да, получила. Знания я получала, в общем-то, я такой самообучаемый человек. Но сегодня я поняла, какой бы человек ни был умный, вот такие тренинги, они просто вот встряхивают, хочется встать и все это применить. И к себе, и к партнерам, и к компании, и к детям. И самое главное, к себе. Умница. И я вам за это очень и очень благодарна. А мы тебе спасибо. Спасибо. Из Москвы. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Мне очень понравилось. Меня зовут Попова Валентина. Привет, Валентина! Привет! Вы не сохраните эту традицию и завтра, и послезавтра на саммите, мы надеемся очень, хорошо. Да? Обязательно сохраним. Мне понравились живые тренинги, особенно вот такой тренинг, командный тренинг, два пальчика. Мы можем сделать все. Это я еще раз убедилась на этом тренинге. И тот тренинг, когда борьба с препятствиями. Благодарю вас еще спасибо. Раз. Много-много благодарности от меня. Я думаю, что всех от каждого. А сколько спасибо. Мы вообще не сказали? Ну, я думаю, что мы еще споем. Мы еще споем. Другие. Спасибо. Мы верим в это. Спасибо. Были замечательные вопросы уже ко мне. Сможем ли мы что-либо родить вместе, обучающее с Марком, с Софией, через наши 24? Мы обещаем, что мы в этом направлении будем думать, работать. Будем работать над этим. Да, работать над этим. Глядишь, да, вместе родим чего-то такого интересного, что смогли бы представить другим людям через нашу компанию, через наши сайты, через рекламу, какой-то коммерческий курс. Это хорошо. Так что мы будем обязательно... Это будет бомба. Если это родится, это будет просто цунами. Причем голубого океана. Ну и маленький подарок еще позволишь. Поскольку... Всегда есть что-то, то, что находится за словами. И действительно, слов на самом деле очень ограниченное количество. Но количество чувств, количество ощущений, количество того, что происходит на уровне наших интуитивных прозрений. Колоссальное количество. И я вот сейчас стою и думаю, вот мы могли еще вот это успеть, и можно было еще вот это успеть. Но я прекрасно знаю, что... За словами находится значительно больше. Словами находится энергия, словами находится посыл к действию. И я научился справляться вот с этой задачей, когда не хватает слов или хочется еще передать, но уже на уровне без слов. У меня с собой инструмент, знаете, как рояль в кустах, да, вот у меня с собой флейта. Твоя? Да. Этот инструмент, вообще флейты, мы ходим в горы каждый год и водим людей в горы, водим команды в горы. Флейта великолепно звучит в горах. И сейчас я хотел сделать такой маленький музыкальный подарок. Я хочу подарить вам, вернее, обратиться к вашему состоянию высоты. К тому состоянию высоты, на которое поднимается каждый из нас. И я не знаю, что сейчас прозвучит, потому что это будет импровизация, но я знаю, что я хочу посвятить это именно высоте каждого. Вы можете это слушать с открытыми глазами, с закрытыми, но представляйте себя на высоте. И представляйте себя на этой высоте не в одиночку, а с теми людьми, которым вы эту высоту показываете и ведете их на эту высоту. Вашей высоте посвящается. И в высоте компании NWeb24 посвящается. За новый рисковый. Вообще Марк играет практически на всех музыкальных инструментах. Я надеюсь, что это флейта у него звучит. На нервах тоже? О-о-о!
это самый сложный инструмент. Предлагаю нам, у нас сегодня уже у всех поставлен голос, и давайте мы теперь в духе нашего времени скажем вот такие четыре коротенькие строчки. Спасибо, Марк, спасибо, Софа, спасибо вам, спасибо нам. Все вместе.